Британская полиция обнаружила 39 тел в прицепе городской фуры, которая была припаркована в промышленной зоне в графстве Эссекс к востоку от центра Лондона. Водитель грузовика, 25-летний уроженец Северной Ирландии, задержан по подозрению в причастности к гибели людей. Среди жертв 38 взрослых и один подросток. Фура имеет болгарские регистрационные номера. Она въехала в Британию, как предполагается, из Болгарии через порт Холихед, находящийся на севере Уэльса на побережье Ирландского моря. Экстренные службы были вызваны на место происшествия ранним утром в среду. Сообщается, что процесс идентификации тел может занять длительное время. Премьер-министр Джонсон заявил, что опечален этим чудовищным, как он сказал, преступлением и передал слова соболезнования близким погибших.